исполнителей, которые сыграют несколько произведений. Первое произведение – это сочинение Антуана Дотре, профессионального композитора, который пишет музыку для инструментов и для взрослых, профессиональных исполнителей, так и для детей. И сочинение называется «Топси-терри», что можно перевести как «Балага». И действительно, данные инструменты – это что-то такое очень веселое, позитивное, забавное, и особенно, когда на них играют такие юные участники.